рисования. Итак, сегодня мы будем рисовать кошку. Смотрите, какая милая мордочка. Начинаем. О, это трудно. Вот ее хвост. Получилось так себе. Готово. Простите, я торопилась. Что? Невероятно. Худший день в моей жизни. Дай сюда. Для тебя что угодно. Есть идея. Это может сработать. Обернем ручки резинкой. И вот здесь тоже. Теперь можно обвести рисунок из учебника. Получается. Просто надо повторять линии. Идеальная копия. Вау, смотрится круто, отпад. Очень хорошо, Шерил. Спасибо, ничего сложного. Четверка? Как всегда, прекрасна, Луна. 5 с плюсом, ты это заслужила. Спасибо. О нет, он все еще печатает. Хватит. Что? Ничего особенного. Ненавижу рисование. Это худший урок в мире. Скукотища. Скорее бы уже домой. Итак, кто сможет решить этот пример? Я! О, выберите меня, меня, меня! О, тебе так везет, ты справишься! И как я должна решить это в уме? Эй, псс, помоги мне решить задачу! Ладно, надо точно прицелиться, чтобы все получилось. Карандаши! Целься в карандаши! О, как это произошло? Это дело рук одной из вас? Надо поднять все это с пола. Да, сработало. Так, я иду. Скорее, меняемся местами. Учитель все еще не смотрит. Так, надо немного сменить внешность. Главное не забыть снять резинки для волос. Так, образ в порядке. Теперь займемся манерами. Ну вот, это последний карандаш. Как только будешь готова решить этот пример... О, ну ладно. Первая цифра 2, поэтому рисуем 2 линии. Вторая цифра 1, поэтому добавим еще линию. Затем 3 линии в другом направлении для тройки. И еще 2 линии для последней двойки. Теперь рисуем дуги. Вот так. Дальше рисуем точки. По одной на каждое пересечение. Похоже, в этой части 6 точек. В среднем секторе 7 точек. И в последнем секторе 2 точки. Готово! Теперь нужно просто написать число полностью. Ответ 672. Готово! Это было проще простого. Посмотрим. Стоп! Ты сама это решила? Прекрасная работа! Браво! Обе подготовились. Очень на это надеюсь. Выглядит сложно. Может, для тебя и сложно, Нина. Что это ты делаешь? О, жадина. Похоже, надо самой решать. Ничего тут не понимаю. Кто-то мне звонит? Сидим смирно, хорошо? Да, он ушел. Пора заглянуть в ответы. Прямо не верю своей удаче. Хорошо, что сегодня я надела юбку. Надеюсь, все это отмоется. Ну, вроде готово. Жаль, что на мне нет свитера. Дурацкая короткая юбка. Чувствую себя так неловко. Придумала. Тут поможет капелька косметики. Ага, вот нужный оттенок. Главное, чтобы можно было прочесть. Вот теперь можно писать тест. Я такая умная. Я тоже тебя люблю, мамуля. Он ничего не заметил. Точно напишу на отлично. Ответ вижу только я. Зачем зубрить, когда есть шпаргалки? Все готово.
Ну и быстро же ты, Нина. Ну же, иди сюда. Так, мы готовы это сделать. Выдавливаем зубную пасту в газировку. Посмотрим, что произойдет. Да ладно! Просто потрясающе! Надо правильно начертить этот угол. Стоп! Что за дела? Как я умудрилась сломать ноготь? А, какой ужас! Так, надо просто немного успокоиться. Возьму свою пилочку для экстренных случаев. Оу! Что там такое происходит? Вы знаете правила. Никакой косметики в классе. Не хочу, чтобы она и на меня так кричала. Лучше пока не буду пилить ногти. Секундочку. Кажется, у меня есть идея. Да, это точно сработает. Итак, положим пилку для ногтей под линейку. А теперь начнем отмечать сантиметры на пилке. От начала до самого конца. Отлично! Все пометки сделаны. Теперь добавим цифры. Они нужны нам, чтобы пилка работала как линейка. Главное писать очень аккуратно. Класс! Все готово! Теперь можно пилить ногти. И да, пилку можно использовать как линейку. Гениально! У меня будут красивые ногти и 5 за домашку. Клевая игра. Лучше оставьте себе. Вот твой тест. Ты знал об этом? Нет. Притворимся, что нам плохо. Приступайте. Что нам делать? У меня есть идея. Простите, сэр, а можно в туалет? Конечно, иди. Спасибо. Класс. Может сказать... Не. Привет, красотка. Пора привести план в действие. Нанесу немного помады сюда. И немного помады сюда. Отлично, еще на лоб. А я милашка. Теперь растушую. Какой красивый цвет. Так, что еще? Знаю, понадобится бандана. Намочу ее в горячей воде. И приложу к лбу. О, становится горячо. Достаточно. О, мне нехорошо. Говорю же, меня покидают силы. Эй, сюда! Прощайте все. Что происходит? О! О, у тебя жар. Мне нужно отдохнуть. Пока. Да ладно, так нечестно. Но умно. Пока. Смотрите, у меня кашель. Обожаю утро перед экзаменом. А ну, постой, у тебя там шпаргалки? И как он их всегда чует. Прощайте верные ответы. Надо было учить уроки. Желаю удачи. Эх, детишки. Доброе утро. Моя тетрадь? Там ничего такого. Хорошо, Лили, можешь проходить. Что же мне теперь делать? Пока все хорошо. Похоже, он не очень внимательно искал и не увидел мою шпаргалку. Эй, ну почему я об этом не подумала? От моей линейки толку мало. Лири, пс, можно глянуть? Чш. Просто открываешь вот так, видишь? Тут нам понадобятся 2 линейки. Берем шпаргалку и прилепляем к ней двусторонний скотч. Удаляем нижний слой, чтобы приклеить скотч к линейке. Середина шпаргалки должна совпадать с зазором между линейками, чтобы можно было сложить вот так. Спасибо. Я все написала. Хочу хорошенько наточить этот карандаш. О-оу, кажется, я сейчас чихну. Эй, можно я? Апчхи!
Ау! Опс! Прости, пожалуйста! Как много карандашной стружки! Ох, мне так стыдно! Погодите-ка! Думаю, это сработает! Да, это отличное решение! Такого больше не повторится! Итак, у меня есть коробочка от Тик-Така. Высыпем дрожжи и уберем верхушку. В нее отлично поместится точилка. Прикрепляем верхушку обратно к коробочке. Теперь я могу точить карандаши, не устраивая беспорядка. Тебе уже можно задать вопрос? Ага, я нашла решение. Видишь? Ого, а это очень умно. Ходом смартфона учеба никогда не будет прежней. Особенно для учителей. Так, все, сдаем телефоны. Надо срочно спрятать. Дорогуша, вы учиться собираетесь? Ох, последний уровень. Учеба – это отстой. Кому нужна скукота про фотосинтез? Чтобы пронести смартфон на урок, нужно быть суперхитрой. Решение было у меня под носом. Кладем телефон экраном вниз и наносим полоску горячего клея. Вот так, до самого низа. Теперь приклеиваем цветной карандаш. Отлично! И повторяем с другими карандашами. Смотрится круто, правда? Теперь можно делать селфи, и никто ничего не заметит. Я просто карандаши взяла. Прикольно! Этот трюк реально работает. Луна знает ответы. Так здорово все знать. И так здорово, что Луна сидит рядом со мной. Небольшая помощь. Нужно все делать быстро. Ничего себе, она списывает. Ну и хитрюга. Шерил. Тс. Прекрати. Ну, это так нечестно. Ничего, тогда я перекушу. О, классно. Шоколад. Это что, батончик? Она ест батончик, я тоже хочу. В животе урчит. Блаженство. Эй, Шерил, поделишься со мной? Так, так, так. Нет. Ну все. Думаешь, я испугалась? Ну давай. Есть только один выход. Кто открыл окно? Одна шоколадка. Еще. Да ладно. Бери. Дай мне шпаргалку. Еще. Окей. Довольно? Приятно иметь с тобой дело. Спасибо, подруга. Спасибо. Ненавижу учебу. Эта штука такая полезная. Что здесь происходит? Я очень недоволен. Дайте их сюда. Обе марш в штрафной класс. Глазам не верю, дилетанты. Вот как надо проносить в класс еду. Вкуснятина. Обожаю эту работу. Обожаю есть чипсы перед телевизором. Но почему пакет так быстро кончается? Может, хоть что-то осталось? Нет, не крошки. А у Мэдисона еще полно чипсов. Эй, поделишься? Жадина говядина. Да еще и неряха. Эй. Какие вкусные, просто объедение. По-моему, я наелась. Можно я доем? Ну уж нет, я оставлю их на потом. Хочешь чипсов? Сходи и купи. А эти я вечером доем. И учти, подруга, залезешь в мой пакет, я сразу замечу. Мэдисон, подожди! О, упс. Какой ужас. И чем я только думала? Смешно получилось, да? Очень. Посмотрим, кто будет смеяться последним.
можно взять соломинку? Смотри, учись, подруга. Чтобы чипсы не высыпались из пакета, разрежьте пластиковую соломинку вот так. Отложите на минутку. Возьмите пакет и обмотайте его верхний край вокруг второй соломинки. Теперь соедините две соломинки вместе. Оцени лайфхак. Разве не гениально? Устроим проверку. А? Работает! Надежность 100%. Жаль, что не вспомнила об этом раньше. Ну да, прикольно. Ладно, проехали. Смотрим любимый сериал. Ох, все бумаги перемешались. Это совсем не круто. Ах! Ох! Ай-яй-яй! Теперь все только еще хуже. А, ну все, пора решить эту проблему. Иди сюда, степлер. Что? Почему он не работает? Скобы кончились? Ну, конечно. Эй, секундочку. Кажется, у меня есть идея на этот счет. Итак, все бумаги аккуратно сложены. Теперь берем канцелярский нож и делаем две прорези здесь и здесь. Теперь согнем уголок и вставим его во вторую прорезь. Вот так. Мы скрепили листы без степлера и скоб. Ах, наконец-то все бумаги в порядке. И ничего не распадается. А теперь на урок. Перерыв в этом лесу. О, сколько времени? О, боже. Посмотрим, все готовы к началу урока? Не похоже. Ну ладно, мы начинаем. Я приготовила для вас циркули. Вы должны нарисовать круги, как вот эти, на доске. Окей, выходите к доске и берите циркули за работу. Ну вот, поверить не могу, какой отстой. Каждый берет по циркулю и делает, как я сказала. Эй, минуту, а мне не досталось. А? Что такое? Она снова уснула? И что мне теперь делать? Да что за день такой? Как мне быть? Разве можно нарисовать круги без циркуля? Из инструментов у меня одна линейка. Не могу понять, как он вообще работает. Бесполезная штуковина. Никакой круг не выходит. Да ладно, у Джейка есть циркуль, но он не умеет им пользоваться. Как же бесит эта штука, такая неудобная. О, достала уже. Вау, у нее тоже проблемы. Эй, я знаю, что делать, просто раздвину его и вуаля. Круто. Может, у меня лучше выйдет с моей линейкой. Попробую обвести вот так. О, нет, это не работает. А может, удастся обойтись совсем без линейки? Не выходит. Ну же, линейка, нужна твоя помощь. А, кажется, у меня есть идея. Нанесу на линейку отметки через каждые 2 сантиметра по всей ее длине. Хорошо. Теперь надо проделать маленькую дырочку в каждой из этих точек. Идеально. Все готово, чтобы попробовать. Кладем линейку на бумагу и вставляем кончик карандаша в дырку в центре линейки. Вставляем второй карандаш и поворачиваем. Проведем над рукой вот так, и рисунок готов. Отлично, настоящий круг. Невероятно, ты смогла нарисовать без циркуля. А, вы только сейчас мне его принесли? Спасибо, конечно. Так, мне нужен этот маркер. Итак, начинаю писать. О, у Кевина такая классная прическа. И он такой клевый и милый. О, весь день бы на него смотрела. Воу, кажется, я замечталась. О, нет, 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 нет. Я написала его имя в куче сердечек. Так, вот губка. Не получается, не стирается. Наверное, я использовала не тот маркер. О, мне поможет стакан воды. Наберу в рот побольше. Так, я готова. Теперь быстро все вытрем. Давай, ну же, давай. Стирайся. Бесполезно, это тоже не работает. Что же мне делать? Я опозорюсь на всю жизнь, когда другие это увидят. А, что здесь происходит? Это, простите, но это никак не стирается.
Не переживай, я знаю способ все исправить. Нам понадобится маркер для белой доски. Мы просто закрасим перманентный маркер маркером для белой доски. Нужно закрасить каждую линию. Так, что дальше? А теперь берем губку. Видишь? Теперь все легко стирается. Нет необходимости тереть доску. Та-дам! От перманентной надписи на доске не осталось и следа. О, так намного лучше! Божечки, а вот и Кевин. Фух, пронесло. Не волнуйся, мой рот на замке. Привет, мистер. Вам сюда. Это будет здорово. Успела вовремя. Привет, Мэтью. Амели. Сейчас хороший момент. Постойте, что это? У нее уже есть такая игрушка? Вот это совпадение. Что же теперь ей дарить? Эти наушники? О, да! Только нужно сперва кое-что сделать. Безопасность прежде всего. Ну, была не была. Уф, ай! Да, порядок. Уф. Ох, ничего себе. Но нельзя терять время. Очистим рабочий стол. Что может быть лучше подарка? Подарок, в который вложили душу. Эта штука точно будет уникальной. Нужно закрасить все белые участки. Вот, прекрасно. Теперь нарисуем лицо. Хорошо, что у меня много синего клея. Ведь синий ее любимый цвет. Добавим мелкие детали. Отлично получается, а? Не забудем про белый клей. Он тут тоже очень важен. Идеально! И несколько финальных штрихов. Осталось совсем немного. Так мило! Но... Ха! Последний шаг. Если все правильно расположить, он оживает. Разве не прикольно? Попробуем еще раз. Привет! Это для тебя. Не может быть! Футляр в виде Хаги! Где ты смог такой найти? О, что? Чуть не забыла. У меня тоже для тебя подарок. Тебе нравится? Окей, время обнимашек. Лучшие друзья навсегда. Итак, посмотрим, кто первым решит это уравнение. Я точно сделаю это раньше тебя. Посмотрим. Три. Начали. Смотрите, как усердно она старается. Она что, не будет соревноваться? Ну и ладно, тогда я точно выиграю. Что она вообще делает? Пилит ногти? Какая глупость! Она еще не принимает всю серьезность положения. Кофе? Где она вообще его взяла? С шоколадным батончиком? Может, она еще и обед свой достанет? Ладно, я просто продолжу решать. Я все! Что? Не может быть! Как это возможно? Но я же еще не решила уравнение! Она производит слишком много действий. Я предпочитаю действовать хитрее. Сверху напишем первые три цифры. А второе число сбоку справа. Итак, 3×7 – 21. Запишем это число здесь. Так, дальше 1 умножим на 7. Это легко, 7. Этот ответ записываем в ячейку посередине. И, наконец, 4×7. 28, конечно. Записываем в последнюю ячейку. Первая цифра 2. Затем складываем цифры в следующих двух ячейках. Получается 1. Теперь две следующие ячейки. 7 плюс 2 равно 9.
Девятка идет сюда. И последнюю цифру, 8, тоже опускаем вниз. Это и есть ответ. 2198. Готово? Мило, Мэтью понравится. Оу. А может и нет. Нужно стереть. Класс, у меня нет ластика. Ничего, он у меня в пенале. Где же он? Он точно тут был. Минуточку. Пс. Джина, одолжи ластик, пожалуйста. Угу. Вот, держи. Упс. Привет. Спасибо большое. Это что нужно. Он еще у Мэтью. Схожу к нему, он удивится. Фух, как он далеко живет. Зато не нужно будет сегодня в душ. Нужно было взять кофту. Скорее бы его увидеть. Что? Ты такая красивая. Поверить не могу. Еще и с моим ластиком. Как так можно? Глупый Мэтью. Как он мог? Больше никогда не дам ему ластик. Что же мне делать? Джина, ага, и давно ты здесь? Возьми точилку. Зачем? Минуточку, поняла, спасибо. И как я сама не догадалась, вначале перевернем точилку, затем наполним пустоты горячим клеем. До самого верха. Пусть застынет. Достаточно. Клей сотрет карандаш. Сработало! Теперь закончи рисунок. А? Я захотел помочь. Это тебе. О, какой милый. Прости меня. Просто кошмар, ненавижу учить математику. Некоторые из формул вообще понять не могу. Я сдаюсь. Это абсолютно не мое. Это еще что такое? Это мягкая игрушка для тебя. Ты поиграешь со мной? Извини, я не могу, мне нужно доделать домашнюю работу. Так хочется лечь поспать, я устала. Упс, я не сплю. Нужно хоть что-то из этого доделать. Что происходит? Где это я? Столько ошибок в тесте я еще не видела. Я вчера ничего не выучила, теперь точно завалю. Доброе утро, как тебе мой шарик? Давай поиграем. Смотри, я привязала к шарику ленточку, чтобы он не улетел. Эй, может быть, мне это пригодится? Берем воздушный шарик и маркер. Пишем формулы. А теперь выпускаем из шарика воздух. Хорошо, они стали совсем крошечными. Приклеим вот тут скотч. Осторожно держим шарик и снимаем кусочек липкой ленты. Осталось наклеить его на ноготь. Подходит замечательно. Окей, попробую написать тест с моей маленькой хитрой шпаргалкой. Никто ничего не заметил. Я такая умная. Проверим, не списывает ли она. Где тут шпаргалки? Так, посмотрим внимательнее. Мне нужен фонарик. Эй, повернись ко мне и открой рот. Ладно, все чисто. Молодец, что не списываешь. Уф, чуть не попалась. Я лучшая. Обожаю копченую индейку. Ух. Я же должна быть через 15 минут в спортзале. Так, сэндвич потом доем. Нужно собрать спортивную одежду. А так хочется остаться дома, полежать у телевизора. И зачем мне эти мускулы? Ладно, надо упаковать этого малыша. О, как раз удобный пластиковый пакетик. До скорого, мистер Сэндвич. Ты будешь еще вкуснее после тренировки. Не забыть гель для душа. Надеюсь, сумка выдержит. Без этого обойдусь. Лосьон берем. Немного утрамбуем. Почему внутри так сыро? О, нет! Мой сэндвич превратился в суп. Густой мыльный суп. Какая гадость! Индейкой тут уже даже не пахнет. Надо лучше закрывать флаконы. Что же теперь с этим делать? Ха, придумала!
Чтобы избежать таких аварий, открутите в шампуне крышки. И наденьте на бутылочки пакет. Теперь закрутите крышки прямо поверх пакета. Здорово, правда? Больше никаких болот на дне ранца. Эх, надо было раньше это придумать. Ладно, пора в спортзал. Ого, обожаю науку. О, сообщение. О нет, день рождения у Джины. Нужен подарок. Должно же здесь быть что-то такое. Начало положено. Теперь нужно найти подарок. Ой-ой! Ай! Ленточки мне пригодятся. Будет болеть потом. Ладно, пора приступать. Получается... Ну вот, отлично. Только что в нее положить? Куклу? А, опять кукла, как я и хотела. Нет, цветы? Хорошая идея. Они прекрасны. А, откуда здесь пчелы? Меня укусили. Нельзя рисковать. Вот это подойдет. Ты издеваешься? Ни за что. Давай, думай. О, идея. Я сделаю ей блокнот. Возьмем обычный ежедневник, откроем сзади, нанесем линию клея вдоль края. И вдоль нижнего края тоже. Затем возьмем розовую ленту. Поместим ее на клей. И проделаем то же самое с остальными вдоль нижнего края. После этого возьмем зеленые ленты. Наклеим их на боковой край обложки. Не оставляйте пробелов. Теперь закроем блокнот. Завернем розовые ленты на обложку. Проведем зеленую ленту через розовыми и под ними. Повторим это с каждой ленточкой. Получаем эффект шашечки. Снова откройте блокнот. Нанесите полоску клея по верхнему краю. Закрепите остатки розовой ленты на клее. И хорошенько прижмите. Нанесите клей вдоль краев поверх ленточек. Но только с трех сторон. Теперь сверху приклейте кусочек картона. Прижмите его хорошенько. Вот, самодельный блокнот. Джине должно понравиться. Я готов к ее дню рождения. Это твой подарок. Ого! Наполнитель. Спасибо. Серьезно? Посмотри внутри. А, точно. Спасибо. Ты лучший. Я знаю. Мама обожает любовные романы. Ничто не может ее отвлечь. Даже не заметила, что я рядом. А мне нужно как-то сложить все это в рюкзак. Дорогуша, что ты делаешь? Не могу засунуть все эти бумаги. Стой! Так они все помнутся. Я же тебя много раз учила. Дай сюда сумку. Разве можно так обращаться с тетрадями? Прости, мам. Я же тебе купила удобную папку. Почему ты ей не пользуешься? Кстати, о папках. Они могут быть еще универсальнее. Берем папку, отрезаем верхнюю часть и вставляем разделители так, как нам нужно. Теперь несложно отыскать любую бумагу. Вот, еще листочек не забудь. Что бы ты без меня делала? В школу не опоздай. А это и правда здорово. И все бумаги уместились. Ты мне так помогла, мамуля. Надеюсь, я смогу сохранить все это в порядке. Круче всего то, что нужный листок можно найти за считанные секунды. Ну-ка, где там важная таблица по химии? Ага. Так, мне надо торопиться. Вечером расскажу, как прошла контрольная. Пока, мам. Наконец-то можно вернуться к увлекательному чтению. Ну почему так сложно? Ничего не выходит. Нет, так не пойдет. Кажется, никто не видит. Так намного легче. Так ты ничего не выучишь, Шерил. Можно мне в туалет? Иди, но только быстро. Мне точно не сдать этот тест.
О, выпью водички. Нужно отдохнуть немного. Нужно придумать, что делать. Минуту, кажется, я знаю. Это бесполезно. Отличная идея. Напишу цифры на стакане и надену на него другой стакан. Нарисую знаки сложения и вычитания вот так. Проделаю то же с другими стаканами. Теперь нужно лишь повернуть их, чтобы узнать ответ. Да, круто! Раньше я бы не справилась. А теперь легче легкого. Скоро придется использовать пальцы ног. Может, стоит помочь Луне? Эй, не отчаивайся. Вот, держи. Ого, спасибо. Постой, что ты делаешь? А, я пыталась. Ничего не понимаю. О, это видео такое крутое. Невозможно оторваться. Вы точно заслужили мой лайк. Эй, лучше взгляни на свою ложку. Такие вкусные хлопья. Вот только жуются плохо. А что это такое? Как это здесь оказалось? Что-то пропал аппетит. Пора переодеться. Просто и со вкусом. Эй, у этой толстовки тоже есть завязки. Видно, не судьба. Хотя минутку. Можно намотать шнурок на ложку. Вот так. И еще несколько раз. Теперь вынимаем ложку и вставляем край шнурка вот сюда. Тянем, пока узелок не завяжется. Вуаля! Теперь в еде точно не будет ничего лишнего. Так, на чем я остановилась? Да чего же интересно? Разве эта новая пудра не чудо? Держится весь день. Давай сделаем селфи вместе. Они даже не слушают, что я говорю. Эсси, Шерил, хватит. Пересядьте за разные парты немедленно. Нет, я не хочу, чтобы ты уходила. Мне будет так тебя не хватать, Шерил. Мы так близко и так далеко. Вот именно, в классе нужно учиться, а не болтать. Пс-пс. Что? Что такое? Мы можем общаться с помощью телефона. О, точно, это так умно. Сейчас возьму свой. Не так быстро. Думаешь, я совсем наивная? Никаких телефонов. И твой тоже. Он пока будет у меня. Вот так. Получите их после урока, а сейчас вернемся к учебе. Учтите, я за вами наблюдаю. Хорошо, попробуем так. Сомнем бумагу. Шерил, это для тебя. О, нет, я промахнулась. Она что-нибудь видела? О, похоже, она занята чтением. Оф, повезло нам. Ладно, нужно попробовать что-то другое. Угу. Возьмем пластиковый стакан. Перевернем и вырежем донышко. Теперь мне нужен воздушный шарик. Отстригу кончик шарика вот так. Расправлю шарик и натяну на стакан. Отлично, я готова испытать эту мини-пушку для сообщений. Положу внутрь записку, оттяну шарик, а затем отпущу. О, это послание для меня? Сейчас посмотрим. Как дела? Она прислала мне письмо. Да, сработало идеально. О, кажется, это ее ответ. Интересно, что она пишет? До встречи у директора. Я тоже умею делать такие пушечки. Наконец-то суббота. Можно отдыхать и есть вкусности. Адам? Нельзя, чтобы он увидел меня такой. Потом подмету. Соберись. Приветик. Он такой классный. Надеюсь, он не видит все эти крошки. Кажется, что ситуация под контролем. Но одно движение может все изменить. О, нет. Уф. Наверное, синяк будет. Теперь еще и голова болит. Адам? Он еще на связи? Нет, отключился. Как жаль. Есть идея? Больше такое не повторится. Чтобы смартфон не выпадал из рук, наденьте на чехол резинку для волос. Вот так, вертикально. А затем вставьте ваш гаджет обратно в чехол. Видите, так гораздо удобнее. Адам, это ты? Прости, случайно отключилась. Теперь никаких проблем.